позовите Сэма. Где следственная группа? Они же уже там, на месте. А, вот здесь вот удостоверение? Да. Здесь пока только патруль, а следственная группа еще не приехала. Где следственная группа, мы вас обязательно снимем. Нет, там уже сказал мне, что зам по громадской безопасности. Полиция вот стоит. Давайте позовем полицию. Они говорят, что следственной группы еще нет. Внутри. Це заступник прокурора, я його приведу до особи, яка писала заяву. Ні, я дивись. Подивися. А, то я тобі розказую. Це заступник прокурора, я його приведу до особи, де пішла група вивчати документи. Він спеціально прибув і викликав його. Зараз, минуту, я не можу пустити. Ну, знайди старшого цього. Алло. Зараз, секунду, розпадься. Та проводжу, все, є. Ну, так я ж говорю. Объясните ему. Да, Гарич. Я свои работы пишу. Ну, подожди, подожди, иди сюда. Хорошо, ну, хорошо. Нет, да, да. Там вже ламають. Тих, пішов, пацани. Пацани, не ламають. Ну, так на поям, ми йдемо, блядь, тобі і все. Вже так, можна підкрутити. Все, панок. Нас відпустили, блядь, до цього звану. Так, що ти робиш? Ти мене спрашуєш. Ми тут все вмістили. Олег, Артем, я проведу його, там підключаю заяву. Серега. А где? Кто заяву пишет? Добрый день. Что? Кто заяву пишет? Ну да, пришлись приучать. Так а что ж полицейские не говорят? Так все, прибыл заступник прокурора тоже хочет. Пропустите, дайте канал. Пропустите его здесь. Почему дверь вообще закрыты и не открывайте? Я вот этот сам прокурор перезакрутил в этом вообще. Вот что происходит? Подожди, давайте найдем. Если поедете, то черепа. Череп поехал туда. А як з ним зв'язатися? Десь вони в якомусь цьому секторі, так куди його прийти? Хорошо, а зачем вам ще? Ну, тому що він знає, де знаходиться слідча оперативна група, в якому приміщенні. Я ж не знаю, що так спілкується. Так, а... Thank you.